Говорят, свистеть плохая примета. А я в них не верю. Так что это меня не волнует. Кстати, я тут подумала, пора нам вернуться к чисто деловым отношениям. Что ты имеешь в виду? Сейчас поймешь. Вот это вторая часть платежа. Подпиши, и больше мне от тебя ничего не нужно. Замечательно. А теперь можешь идти и гулять по Москве с кем угодно. На вторую часть платежа по семейному центру. Хорошо, стартуем. Вот и все.